Привет, дорогие друзья, меня зовут Олег, и мы проходим Skyrim. Так, значит, смотрите, друзья, мы вернулись в Winterhold. Так, ну здесь какая-то хрень происходит непонятная. Надо посмотреть, что вообще по такое. Не знаю, что он там делает, но это ему с рук не сойдет. Я знаю, где найти посох Магнуса. Отлично. Я бы предложил немедленно отправиться за ним. Но сейчас у нас есть более срочные дела. Анкана каким-то образом заперся в зале. Он что-то задумал, и я хочу его остановить. Поможешь нам открыть дверь? Мы уже все на ней испробовали. Мне все равно, что это такое. Убрать сейчас же. Я хочу знать, что он там делает. Так, ну вы видите, что защиту снять никак не получается. А чем мы можем помочь, собственно? Что бы могло... Так, не то. Магия. Что может разрушить? Может быть, попробовать огонь, пламя? Твою мать. Так, не самый удачный вариант. Давайте снова выберем Орочий меч. Так, порезать. Его, видимо, тоже нельзя. Самое удивительное. Что происходит? Не знаю, что он там делает, но это ему с рук. Сейчас не время. Не знаю, что творится, но это надо срочно пресечь. Аркано, прекрати немедленно. Я приказываю. Так, ну он мне сразу не нравился. Надо его как-то остановить. На него не действует особо ничего. Давайте посмотрим. Может быть, нам не надо вмешиваться. Твою мать. Это что произошло-то? Ты в порядке? Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Думаю, я в порядке. Анкана что-то делает с этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги! Так, а что случилось-то? Со мной все будет хорошо. Мне нужно только перевести дыхание. Найди Саваса. Значит, надо найти Архимага. А где его искать-то? Жесть какая-то просто происходит, ребят. Не знаю, давайте будем искать, раз надо. Так, вот наш Архимаг. Че, это его половина тела, что ли? Что произошло? Ты в порядке? Что там случилось? Так, Архимаг Арен мертв? Просто не могу поверить. Но у нас мало времени. То, что тут произошло, каким-то образом повлияло и на Винтерхолд. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Я сделаю тут все, что смогу. Беги, беги. Так, давайте обыщем его, посмотрим. Кстати, обыскать его нельзя, не знаю, может какой-то глюк? Нажимаю Е, ничего не происходит, что такое? Твою мать, что за хрень? Так, это, видимо, можно трупы тащить, смотрите, не знаю, это нормально или нет. Вот, он вылез. Но обыскать его, тем не менее, нельзя. Ну что ж, надеюсь, это не критический баг, то есть он никак не повлияет на прохождение. Посмотрим. Мало чего можно ожидать от этой игры. Что происходит? Что там случилось? Что-то пошло не так. Возможно, Винтерхолд в опасности. Ты поможешь? Что значит, возможно, Винтерхолд в опасности? Ты оглянись вокруг. Какие уж тут сомнения. Пошли, надо что-то делать. Давай, Арно, пошли. Так, ну что, пошли, я тоже не против. Пальцами пошевелят, чтобы нам помочь. Да, не хватает Лидусика, конечно. С ней было как-то приятно. Да и внешность у нее тоже была довольно симпотная. Тупица. Твою мать, еще раз что-то скажешь, я тебя просто посеку. Твою мать. Победить существ, заполонивших Винтерхолд. 10 штук надо убить. Что-то на них особо не действует.
Магическая аномалия. Так, что-то мне это, твою мать, не нравится. Я не помню, где я сохранился, в чем проблема. Так, назад, твою мать, назад. Так, надо хоть сохраниться, хоть левое сохранение сделать. Так, надо попробовать пламя, может быть, на них подействовать. Да чё-то не особо на них пламя-то действует. Твою мать. Кстати, мы почти прокачали новый уровень. Так, давай, давай, дохни, дохни, тварь, твою мать. Какого хрена? Да, ребят, это, по-моему, самая жопа из всех жоп, которая есть. Мы практически закончили это убийство этих аномальных тварей. Осталось еще две, у меня практически нет магии. Так, значит, надо взять оружие и что? Чтобы такое взять, посох света. Стоит он довольно дорого, но урон от него маленький. Ну ничего страшного. Так, возьмем наш меч. Все, мы победили. Надо явиться к Мирабелле Эрвин. Ну, давайте вернемся. Да, мы были просто не подготовлены физически и морально к такой встрече с магическими аномалиями. Но ничего страшного. Зато у меня есть урочий меч. Так, тоже, в принципе, неплохо. Надо найти Мирабеллу. Где она там, наша Мирабелла? Отличное название для коньяка или какого-нибудь вина. Мирабелла, Изабелла. Так. Возвращаемся в замок. Так, надо найти ее. Где она? Пришла она в себя или нет? Да? Винтерхолд безопасности пока что. Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Товгером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Ты действительно думаешь, что посох нам поможет? Тебе же велели его найти, верно? Если легенды про посох правдивы, если он и вправду способен поглотить неимоверное количество энергии, то, может, мы преодолеем магию Анкана? Тогда я отправляюсь в Лабиринтиан. Что? Это точно? Посох там? Это не может быть простым совпадением. О чем ты говоришь? Об Архимаге. Он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из Лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Не знаю, в чем дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. Так, значит, нам дали амулет Савоса Арена и дверное кольцо Лабиринтиана. Посох Магнуса. Ну что, войти в Лабиринтиан, давайте сначала посмотрим, что нам там дали. Так, одежда, амулет Савоса Арена стоит безумных денег. Увеличивает магию на 50 единиц. Давайте оденем его. И что там еще дали, я уже забыл. Зачаровывающее кольцо, книги, свитки, одежда, оружие. Ну что, давайте выйдем, посмотрим, где находится этот Лабиринтиан. Я надеюсь, корень этого слова не лабиринт, то есть не придется блукать где-нибудь. Так. Где оно, твою мать, находится? Ни хрена себе, придется идти далековато. Так. Так. У нас можно совершить быстрое перемещение. Мы, оказывается, там были уже, я так понял. Давайте переместимся, хотя, мне кажется, мы там не были. Так, ага, все, я вспомнил, мы здесь были, по-моему, в самом начале игры нас сюда посылали, насколько я помню.
Давайте посмотрим. Да-да, знакомые места. Так, значит, слышу, где-то рядом волки находятся. Надо будет убежать по-быстренькому. Твою мать, надо сохраниться. Там какой-то черт наверху. Мало ли какие проблемы от него будут. Так, можно посмотреть, пойти, что там такое. А, Савас Арен. Что-то поговорить с ним. Какого хрена? Сраный тролль, твою мать. Чё произошло, твою мать? Я отвлекся на клавиатуру, хотел вызвать крик дракона, но чё-то меня убили в этот момент. Хорошо, хоть сохранение есть. Ледяной тролль, смотрите, он меня унюхал прямо оттуда. Так, сейчас он подойдет, я попробую использовать драконовские штучки. Давай, ублюдок, иди сюда. Давай, 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 детка, давай, 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 еще чуть-чуть. Все, мы уделали тролля. Он катится по ступенькам. Ну что, ребят, давайте двигаться. Твою мать. Так, дверное кольцо лабиринтианы мы вставили, и можно войти уже внутрь, посмотреть, что там. Так, друзья, ну что, найти посох Магнуса, будем искать его уже в следующей серии. Меня зовут Олег, подписывайтесь на мой канал, заходите в группу ВКонтакте. Будет очень весело и интересно, пока-пока.